Третья межрегиональная конференция теологов прошла в Мордовии. Участниками форума стали представители всех традиционных конфессий, сферы образования, бизнеса и власти. Организаторами конференции выступили научно-образовательная теологическая ассоциация «НУТА», которую возглавляет митрополит Волоколамский Илларион, Мордовский государственный университет имени Огарева и Мордовская митрополия. Столь важное событие для нашей республики произошло благодаря неустанным стараниям правящего архиерея, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Ведь будущее нашего государства зависит от того, насколько прочным будет у каждого человека союз с Богом. Все мы призваны к вечности и святости, совершенству человеческой природы. А истинная цель жизни каждого – спасение. И помочь людям разобраться в основах бытия должна теология. Здесь прежде всего необходимо сформировать концепцию понимания самого человека. Именно это подчеркнул в своем докладе владыка Зиновий. Нам необходимо, отметил он, познавать и приобретать религиозный опыт духовной жизни. В пленарной части прозвучали глубокие интересные доклады участников. Проректор по научной работе общецерковной аспирантуры, докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, доктор философских наук, профессор Дмитрий Викторович Шмонин отметил, что теология – это нравственное ядро, общекультурные ценности, которые нужно сделать более прочными и собрать воедино. Академик Сергей Алексеевич Дятлов, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, выступил с докладом на тему «Духовно-нравственный капитал верующего, инвестиции, производительность, интегральные эффекты». Секционные заседания конференции прошли во второй половине дня практически во всех высших учебных заведениях Мордовии. Состоялись обучающие семинары, дискуссионные площадки, круглые столы по многим теологическим вопросам. В фойе университета раскинулась тематическая выставка книг.